Так, значит, пока есть возможность, покажу каналы. Видно, да, что у меня ниже он чище, а вот свежая кладка там не почищена. Сейчас колпак покажу. Так, вот. Выход, да, видно из стопки. Ну и сам колпак тоже чистенький. Значит, дальше по плану ставим задвижку летнего хода. Для этого у нас уже кирпичик есть. Кирпичик, а вот я под пальчик сделал, чтобы удобно было пальчик не царапать, залазить, открывать. Я потом уложу кирпичик, начну с этого укладывать. Здесь желательно вату кальцевую положить, чтобы был зазор между железом и кирпичом, потому что здесь температура высокая, будет расширяться. Вот так вот кладем. Сейчас положу вот этот кирпич, и потом буду угловой укладывать. Заводим от угла. Ну вот, во-первых, туда посмотреть, да? Все удобно. То есть можно даже большим пальцем залезть, открыть. Зазорчики с боков для движения вьюшки. Можно было чуть пониже сделать. Не так много срезать. На пол сантиметра, да? Так, 20-й ряд я запилил. Здесь, значит, у нас колпак начинает образовываться и переход в канал. В следующий ряд буду ставить рассечку. Можно поставить из желтого кирпича огнеупорного. Я поставлю из красного, потому что здесь уже не такая температура газов высокая, как в первом случае у первого колпака. Так, значит, у нас получается над плитой 9 рядков должно быть. 7, сейчас 7 и полка. На 10-й ряд будет полка. Договорились с заказчиком одну полку сделать. То есть второй колпак я по высоте делаю ниже, лучше объемнее сделать нижний колпак, потому что в нем температура газов, ну, более они горячие. Во втором колпаке они уже более остывшие. Если его сделать больше, по крайней мере, чем нижний колпак первый, то точно может быть конденсат. Большие колпаки нежелательно делать. Лучше сделать три маленьких колпака и поставить между ними вьюшки. Будет больше толку. Итак, 21-й ряд. Поставил я рассечку между колпаком
и каналом подъемным. Подъемный канал у меня шириной 20 сантиметров, 3/4. Колпак второй. Немножко подразогнался, забыл показать. В общем, мы поставили уголки под полку. Сейчас Саня делает выборку в кирпиче посередине, чтобы полочки было. Вот, значит, Саня делает посередине кирпича пропил высотой чуть побольше, чем вот этот, высота ребра. И потом просто на него кладем, подкладываем раствор и кладем. Таким образом перекрывается полка. И получается, что не видно уголка, все красиво. Кладочку расшили, почистили. Если использовать 35-й уголок, я просто брал одной 35-й. В общем, он весь кривой. Вот так вот берем. Немножко намазываем. Ну вот, бари-бари. 25-й ряд. На этом мы тормозим нашу полочку. Сейчас еще два рядка. Начинаем закрывать колпак. Так, колпак почищен. Все везде чистенько. Сейчас еще немножко почищу подъемный канал. Гладенькие швы у нас получаются, аж блестят. Так, значит, у нас 26-й ряд. Мы начинаем закрывать наш колпак. Сделали вырезы по 4 сантиметра. Собственно, дает нам возможность в это место опирать кирпич. Так, значит, закрыли мы наш колпак 26-м рядком. Так, значит, 27-й ряд сделали. На этом печка у нас закончилась. Дальше пойдет у нас одна труба. Вон туда. Сейчас покажу, что получилось у нас на первом этаже. Лесенка козлячая, я уже раза три с нее чуть не упал. Ну, холодильник, по крайней мере, улетал уже. Такой вот выступ сами сделали. Красотульники. Так, значит, ставим вьюшенцию. Обратите внимание, выборку сделали в нижнем кирпиче. Внизу вьюшку ставили наоборот. Сначала на целый кирпич ее положили, а верхнем выбрали под вьюшку. Здесь мы делаем наоборот. Пишите в комментариях, зачем я делаю так, как делаете вы, почему, аргументируйте. Почему так, почему не по-другому? Итак, 6-й день. Время 5:15. Ну, мы почти закончили, трубу все сделали. Сейчас я ставлю плиту. Плиту ставлю прямо на футеровку. Кладу каолиночку и устанавливаю плиту. Ничего хитрого. Значит, труба сложено у нас из старого кирпича. Просили снять про трубу. Извините, не было настроения и сил снимать про трубу. В следующий раз. Так, сейчас осталось все почистить. Завтра будем заматывать трубу огнеупорным материалом. Сегодня забыли его. Буду возить инструмент. Thank you.
Сань, закрой летнюю. Которая нижняя? Да. Итак, друзья, закончили мы класть печку. Ушло у нас 5 дней. По количеству кирпича ушло 40 шамотных, 460 красных. Ну, именно на печку саму, я не считаю трубу. Какая у вас площадь дома? 36. 36? 6 на 6? Чуть поменьше. Ну, в принципе, для такого дома это большевата печка. Ну, тут как бы меньше уже ее не сделать. Мы, значит, делали соседу напротив весной. И вот сейчас вот сделали соседу. Сломали старую печку с камином. Заказчик уже заложил пол на месте старого камина, выровнял. Утеплили, да? Конечно. Утеплили? Угу. Ну, вот с утеплителем сделал. То есть перегородки демонтировали. Просторнее стало. Но здесь потом, наверное, сделаете, да? Отсюда-то какую-то. Конечно. Зону-то кухонную отделите как-то, да? В общем, ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на канал. Напоминаю, что я работаю по Екатеринбургу. В Свердловской области, в соседних регионах, занимаясь складкой печей, каминов, барбекю, изготовлением дизайн-проектов, паредовок. В общем, подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайк. Всем пока-пока.